Всем привет, друзья, меня зовут Викли, и добро пожаловать в Майнкрафт. Ну и как ты видишь, сегодня я играю за Марио, а все дело в том, что я зашел на такой режим, как Марио Пати на сервере Цитоксиен. И сразу скажу, в этот режим я буду играть впервые, поэтому не обещаю то, что займу сегодня первое место. Ну и конечно же, перед началом попрошу тебя влепить свой лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Мне правда будет очень приятно. Но я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Ну а мы начинаем, и погнали! Ну что же, вот наша игра и начинается. Насколько я понимаю, ой, я сразу же выпил пятерочку, это очень хорошо. Насколько я понимаю, суть данного мини-режима в том, то, что мы должны выиграть как можно больше мини-игр. Да, ну и собственно, благодаря этому мы будем получать очки и занимать какие-то призовые места. Итак, первый, собственно, режим, не знаю, честно, что это такое. Типа, я первый раз зашел, как я уже говорил. Здесь, походу, нужно кого-то фигачить, да, типа, в лаву скидывать, что-то типа такого. Ну, давай попробуем сейчас. Я челика скинул уже, нифига себе. Слушай, насколько я понимаю, самая крутая тактика — стоять возле блоков, которые не горят. Вот, и потихоньку, опа, челика только что завалили, и потихоньку, короче, пытаться двигаться в центр. Челик, куда ты идешь просто? Я не понимаю, реально, зачем он ко мне пошел, если я вот так вот легко просто завалил. Короче, пока что мы побеждаем, насколько я понимаю, вот, и да, лучше скорее всего двигаться к центру, потому что, скорее всего, зона будет сокращаться. И вот эти вот блоки разноцветные — это, короче, бонус. Мы можем их подбирать и получать различные полезные умения. Вот, главное мне сейчас не откинуться. Я в очень опасной территории, ё-моё, куда я просто бегу так спокойно, челик? Пошел вон, хорошо, почти его завалю. Так, я очень в очень опасной реальной территории. Нет, 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 я отлично, я его завалю, хорошо. Фух, это просто какой-то реальный экшон. Не знаю, как я еще живу, но вроде бы все нормально. Надеюсь, то, что здесь реальная территория не будет сокращаться, чтобы мы, так сказать, жили, ты не тужили. Короче, как-то так. Ну че, кто еще ко мне хочет подойти? Кого еще можно завалить? Так, это что за штука, не знаю. А, я стенку поставил, фига себе. А, и все, игра закончилась. И я занял, походу, я не знаю, какое место я занял, но вроде. А, седьмое место я занял. Слушай, неплохо. Так, снова убиваем число, и мне выпало троечка. Но, в принципе, неплохо, да, почему? Ну, не понимаю, что здесь происходит. Так, окей, перемещаемся в следующий мини-режим, и это у нас, короче, какой-то непонятный мини-режим, тут все на немецком, походу, написано, насколько я понимаю. А, это, получается, мы должны, это тир, да, это тир, я понял. Ну, хорошо, давай-ка начнем стреляться, в принципе, из лука я стреляю довольно неплохо, и, мы стреляем по осликам, чего? По коровкам, по осликам, да ну, блин, не хочется, ладно, нужно, скорее всего, стрелять челиков повыше, вот, допустим, в ту овечку, в коровку, так, этих тоже нужно не отпускать, а вон, вижу, там у нас овечка идет, хорошо, уничтожили. Так, хорошо, идите сюда, братишки. Хопа, всех чисто буду забирать. Так, коровку. Главное, реально стрелять челиков, которые ходят повыше. Вот так вот. Давай, коровка. И ну давай достану. Нет, не достал. Как так-то вообще? Вижу, там свинка идет. Хорошо, минус. Это тоже минус. Вон та сейчас тоже будет минус. Так, бонус подбираем. Это мы забираем. Хорошо, правда, не знаю, какой бонус. У меня, скорее всего, лук зачарили, да? Да, скорее всего, лук реально зачарили. Так, хорошо, этих мы уничтожаем. Тут уничтожили. Так, коровка, давай-ка сюда. Тоже отлично. Так, там у нас челик стоит, или что это сейчас было? Но в любом случае, я его завалил. Так, а ну-ка, сюда, сюда. Просто ну, реально всех-всех подряд. Я не знаю, в каком месте, сейчас не слежу вообще. Но вроде бы у меня более-менее получается. Так, давай-ка сюда. Опа, это что такое? 4 поинта, нифига себе, прикольно. Так, опять же, бонус забираю. Так, вижу, там еще что-то у нас такое светящееся идет. Так, а ну-ка, сюда нафиг, хорошо. Так, и все, мы закончили. И я, походу, на 4-м месте. Ну, слушай, неплохо, нормально, пока что реально покатит. Так, снова выбиваем число и пятерочку выбили. Хорошо, так, в общей таблице я на 5-м месте, походу, да? На 6-м уже месте. Ну ладно, на 6-м, но в принципе, ладно, пока что реально покатит, пока что пойдет. Где-то в серединке будем двигаться, да, потихонечку, и, возможно, в конце как-то сможем еще вырваться на лидирующие позиции. Но я, по крайней мере, надеюсь. Следующий мини-режим — это Бундесхаус, не знаю, что это. Ага, здесь нужно нам подбирать цвет. Ну, давай-ка сейчас посмотрим, что здесь, да как. Желтый, хорошо, желтый стали, отлично. Это типа блок-пати, да? Я помню, раньше был режим очень крутой, блок-пати назывался. Это что-то типа такого. Так, этот цвет, наверное, да, правильно стал, правильно, хорошо. Фу, главное сейчас быстренько все на реакциях, так сказать, работать. Так, рот, красный, ага, но пока что реально будет легко. Пока что еще никто вроде бы не упал. Так, голубой вот здесь вот, хорошо, стоим. Опа, я подобрал что-то, это, походу, какие-то крутые ботиночки. Давай-ка мы сейчас попробуем заюзать. А, вот что это такое, типа, я умею летать, нифига себе. Ну, слушай, прикольно, прикольно, так, снова черный, вот стали. Хорошо, мне кажется, здесь удобнее третьего лица играть, чтобы больше видеть информацию. Кстати, так, розовый, розовый, хорошо, стали. Ну все, так, кстати, я играю как бы за Марио, я должен это просто выиграть. Так, сказал, что стоим на красном. Хорошо, пока что вроде бы живем, все нормально. Так, следующий зеленый, давай-ка, хоп, отлично, все быстрее, быстрее начинает игра двигаться, все быстрее, время тикает. Так, снова зеленый, хорошо. Так, желтый, желтый здесь, хорошо. Так, там челик подобрал тоже бонус. Еще один бонус подобрал, нифига себе, он там жесткий, конечно. Так, опять желтый, хорошо. Так, тоже бонус сейчас давай-ка подбираем, отлично, снова ботиночки. Так, сразу же юзаем, а нафиг я их заюзал, блин, нафиг я сейчас заюзал, я не пойму. Ну ладно, нормально. Опять
опять желтые, постоянно желтые, и походу мы остались вдвоем с челиком. Как они могли упасть, если... Ой, тихо. Ой, бонус, а лучше хорошо ботиночки. Главное сейчас их вовремя заюзать. Нет, ну как так-то, не успел, к сожалению, я занял второе место. Ну, в принципе, тоже нормально, второе место. Вау, нифига себе, тут карта, конечно, прикольная. Так, и выбираем снова число, троечка. У меня сегодня только троечки и пятерочки. А, еще раз, троечка опять, нифига себе. Ну ладно, я на пятом месте. Ну, пока что неплохо, как я уже говорю. Да, в принципе, я буду доволен любому результату. Так, jump and run, походу какой-то паркурчик сейчас у нас будет на самом-то деле. Да, это паркурчик, ну давай-ка сейчас попробуем. Паркур, в принципе, я тоже неплохо, поэтому сейчас давай-ка посмотрим, на что вообще, так сказать, способен. Давай-ка попробуем сейчас всех тут нафиг обогнать. Ой, почему так пролагивает? Меня сейчас откинуло просто. Ну ладно, бежим, надеюсь, то, что не будет пролагивать. На самом деле, сервак, он как бы находится в Германии, наверное, да, раз тут все на немецком. И должны быть как бы хорошие сервера, не должно мне вообще пинговать. Так, давай-ка, нет, я упал, хорошо, так, идем, все, не падаем духом, так сказать, главное. Вот опять промазал, да что ж такое-то, а? Так, ладно, все, идем, бежим. Я там, по-моему, на третьем месте, что-то такое. Так, давай. Ой, хорошо прошли, хорошо, давай. Сейчас можем вырваться, наверное, на первое, я не знаю, воду главное не касаться. Хорошо, если пропрыгали, отлично. Ё-моё, это тейкшон, да как так свалились, ё-моё, все, тихо, не беспокоюсь, бегу, нормально, все, тихо. Пока что на третьем месте, главное, чтобы меня никто не обогнал. Черт, вот так вот не надо фейлить, так вот вообще не надо фейлить. Давай, Твикли, давай, беги. Все, нормально, идем, прыгаем, давай вот так вот, хопа, там кто-то уже залидировал. Так, осталось только здесь пропрыгать, нет, тихо. Спокойно, так, хоп, и давай. А еще тут еще прыгать, нифига, сколько там еще лететь. Ну, давай попробуем, вот так, получается, теперь сюда, ё-моё, капец, здесь сколько всего. Так, спокойненько, и я, походу, прихожу третьим, да, я завершу паркурчик третьим. Что ж такое, ни разу еще пока что мне первого места не было, обидно, конечно. Ну ладно, так, выбиваем число, и двоечку выбили, так, и троечку выбили, нифига себе. То есть мы можем как бы два раза перекидывать кубик. Так, я на четвертом месте уже, ну слушай, потихонечку, реально мы двигаемся вот такими шажками к первому месту. Следующий режим, какой-то блок, что-то там, опять же, на немецком. Так, ой, что это вообще здесь такое, что здесь делать, я не пойму. А, я понял, вот, типа, я стал на свой блок, и я начинаю прыгать все выше и выше, да, наверное, я правильно делаю, я не знаю. Реально, я не знаю, но я постараюсь сейчас так вот сюда вот. Ой, я упал, черт возьми. Так, снова начинаем. Давай-ка, хоп, вот мой блок. Давай, все, главное сейчас не падать, главное не падать и спокойненько вот так вот прыгать. Все, теперь я понял, что здесь нужно делать. То, что-то вначале немножко потерялся. Ну ладно, нормально, собрали, все, паркурим просто. Ну ладно, только сказал собрали, сразу же свалюсь. Нет, этот конкретно вот сейчас режим, я полностью потерялся в нем. Да уж, ну ладно, и такое тоже бывает, но не стоит отчаиваться, как бы у нас еще будут режимы наверняка. Я опять свалюсь, да что ж такое-то, а? Что ж такое, падаю сегодня, что-то постоянно в этом режиме, это просто... Вот опять упал, да ё-моё, давай-ка, все, да что ж такое, соберись уже, нормально. Все, просто паркурим, просто прыгаем, просто не теряемся, просто все чётенько у нас. Мы, значит, мастера паркура, вот так вот, все нормально, вот сюда. Ну, в принципе, это достаточно легко, если, типа, не падать. Да, конечно, сказано, прикольно, легко, если не падать. Ну, как бы да, дело говорю, реально. Смотри, как мы уже высоко, кстати говоря, это очень круто, это прям максимально круто. Теперь вот сюда, вот давай, аккуратненько, я там уже, наверное, в топе в каком-то, главное не упасть. И я занял 11 место, походу, это мой самый худший результат за сегодня. Так, выбиваем число, пятерочку выбили. Ну, слушай, мне нравится, я, в принципе, пятерочку, наверное, оставлю. Ну, все, получается, мы уже на третьем месте, реально на третьем месте. Как мы так идем реально к лидерству? Здорово, Марио, ты что такой желтый, не пойму. Что-то прям слишком желтый Марио какой-то, золотой, что ли, или что? И еще игра Хочхинаус. Вот такая вот игра, короче, необычная, наверное, какая-то. А что здесь делать? А, я не знаю, что здесь делать. Ну, давай-ка сейчас посмотрим, видимо, мы летать будем. А, типа, прыгать мы должны, я понял. Мы, типа, должны вот так вот прыгать все выше и выше. Ага, давай, вот так, хопа. Но, в принципе, также достаточно легко, наверное, вот так вот от третьего лица легче играть. Так, хоп, вот сюда вот, давай. Я там не знаю, на каком месте, но вроде бы пока что летим. Тихо, я упал. Ой, долети, нет, я вниз, меня оттопнул обратно. Так, давай-ка распрыгиваемся, хорошо, долетаем, отлично. Так, давай, Твикли, ты сможешь, давай, хоп, я там, по-моему, на втором месте уже. Нифига себе, так, нифига себе. Спокойненько вот так вот поднимаемся. Вот так, главное распрыгаться пару раз, как на батуте, а потом уже перелетать нормально. Так, давай. Все, мы не падаем, и походу... Ой, нет, я упал, блин, я упал, но походу все-таки есть финиш, там какой-то челик финишировал, я это видел, я это заснял, так, и походу вот это сейчас будет финиш, нет, это не финиш еще, так, и вот это финиш, нет, это не финиш, а вот это финиш, нет, это не финиш, когда финиш будет? Так, давай, еще дальше, давай, и походу вот дальше будет финиш, это финиш, да, и да, я походу третья, нет, я четвертая,
место занял. Блин, вот если бы там не падал, то я бы, наверное, и на первом мог бы закончить. Так, выбиваем число, единичка. Ну, понятно, короче, единичка. И я на что-то место опустился. А, мы же могли перекинуть, блин, а я что-то не перекину. Ну ладно, единичка так единичка. Так, и что у нас дальше будем как-то идти? Ой, снова на третьем месте, чего? Ну ладно, ладно. Так, здорово, челик, здорово, здорово, здорово. И следующая мини-игра, это у нас... Что это такое? Так, я не пойму реально, что... А, рекорд, что? А, я уже выбыл, чего? Здесь, оказывается, нужно было запоминать кнопочки, а я просто нажал в тупую и, к сожалению, вылетел. Блин, слушай, вот это, конечно, да, вот это капец. Ну, как бы отсутствие опыта говорит само по себе и отсутствие, так сказать, знаний немецкого языка. Ну, ладно, выбыли, так выбыли, что ж тут поделать. Итак, снова число и троечку мы выбиваем, в принципе, пойдет, пойдет, пойдет. Так, и что, все пишут ГГ, походу, это была финальная игра или что? И да, у нас победил челик AXT167, так, а я занял третье место, ну, слушай, вообще прикольно, третье место, реально круто. Как бы первая игра и сразу же третье место, ну, нормально, да, в целом, правда, вот на последней игре не надо было мне просто так тупую тыкать кнопочки. Я, честно, не знал, что мы там будем делать, и вот решил просто понажимать, и, к сожалению, вылетел. Ну, ладно, и такое тоже, так сказать, бывает, не будем отчаиваться, и в следующих сериях по Mario Party, если, конечно, не тебе понравятся, то мы продолжим здесь побеждать, точнее, начнем побеждать, и надеюсь, то, что в следующий раз займем первое место. Ну что ж, такой видосик у нас сегодня получился. Это была игрушка Minecraft, сервер Cytoxian и режим Minecraft Party или же Mario Party. А с тобой был я, Твикли. Ставь свой лайк, также подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. И я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья!